Ребят, всем привет, вы на канале Куршев Лайф. Сегодня на Рисей горе, 20 января. Сегодня тут, конечно, кромешный какой-то. На Розы хутор не видел такого. Очереди адские. Сейчас вы увидите очередь на подъемник учебный. Вот это вот очередь. От учебного склона. Пап, и вон туда. Сейчас посмотрим, сколько стоять буду. А вот это вот за мной очереди на подъемнике на втором склоне. Второй склон более крутой, и вот здесь вот будет спуск с этого склона. Весь склон. Когда надо приезжать на Лисью гору? На Лисью гору надо приезжать по средам. По среду где-то подъем стоит 40 рублей. Но здесь все едут в среду на Лисью гору. И, соответственно, здесь просто огромное количество людей. И плюс к этому еще есть детская школа. Детская школа приезжает часов 8, катается до 9, ну, где-то так. А у них подъемы бесплатные, они лыжники все, они спускаются за где-то 10-15 секунд, а поднимаются потом, занимают подъемник. Я смотрю на этот склон, здесь два подъемника, один справа, другой слева. Вот тот, что слева, на нем очень удобно сноубордистам подниматься, там изгиб есть у подъемника. Подъемник просто тарелка, так называемый. А вот с правой стороны такого изгиба нет. Там пока доедешь, уклон еще крутой, нога устает очень сильно. Поэтому выбирайте этот, если работают оба. Обычно, когда народу мало, работает, к сожалению, вот этот вот. И вон там, вон, может, видно, детишечки поехали. Вон один, второй, третий, четвертый, пятый. Они как раз-таки создают эту очередь здесь. Вот она, в одну сторону. Ну и тут как бы плохо видно, но тоже прилично. Вот здесь будет ссылка на видео, которое я снимал с Лисьей горы в этом сезоне. Там я не все рассказал, там работал только тот учебный склон. Здесь уже работают два, и вон там третий склон тоже работает. Там спуск покруче и лыжникам поинтереснее, но этот широкий, всем очень нравится. Здесь очень много людей помещается прямо на склоне. Берегитесь летящих сверху бордов. Одна девочка при мне прям упустила доску, и она летела, попала в мальчика. Хорошо, что он был лыжником, но по ботинкам прошлось, ничего не случилось. А так можно получить травму. Я надеюсь, я заснял этот момент. Отключили один из подъемников, вот тот вот, который удобный для сноубордистов. И очередь стала от одного домика до другого. Вместе с лыжной школой все стоят на один подъемник.
Вот и среда. Вот и думайте, приезжать в среду или не приезжать. Вот это 9 вечера, очередь в кассу. Сделали подъемник. В общем, ребят, я в среду больше не приеду. Вам не особенно советую. Если приезжать, то днем, пока склоны не распаханы и пока народу мне вот такое вот количество. Вот такая обстановка на Лисьей горе. Давайте, ребят, всем пока. Увидимся. Если понравилось видео, ставьте лайк, жмите колокольчик. Ну, знаете там, что делать. И давайте, до следующего видео. Пока-пока. Пока.